На предприятиях Твери продолжается организованная вакцинация от коронавируса. Активные участники прививочной кампании производства КСК. Больше 35% сотрудников предприятия уже сделали прививку от COVID-19. Семья Светланы Москвитиной встретилась с вирусом этой зимой. Первым в феврале привился ее супруг, а сегодня вместе с коллегами прививку вторым компонентом вакцины делает сама Светлана. Это важно для всех, для каждого человека, потому что, чтобы защитить себя, детей и родных, и близких. Сейчас очень много молодых болеет, поэтому страшно болеет. Есть знакомые у меня, которые, к сожалению, погибли. Наверное, прививка менее страшна, чем попасть в больницу. На территории предприятия вакцинация проходит уже на протяжении полугода. Для сотрудников работает внутренняя горячая линия, по которой можно оперативно записаться на прививку. Сотрудник звонит и заявляет свое желание провакцинироваться. Далее с ним связывается сотрудник HR-службы, который, во-первых, ознакомит с противопоказаниями к вакцинации, рассказывает, какие документы нужно подготовить и помогает в этом, и ориентирует по дате и времени, куда нужно подойти конкретно здесь на территории, чтобы пройти эту вакцинацию. Рост доверия к вакцине растет. Люди записываются активнее. От предприятия делает все, чтобы его сотрудники прошли эту процедуру как можно комфортнее. Ключевая ценность – здоровье наших сотрудников. Но важнее, наверное, этого нет ничего. Поэтому для нас это важно. Доля провакцинированных для нас – это снижение риска по дальнейшей заболеваемости, распространению этой инфекции на нашем предприятии. Мы хотим помогать, мы хотим, чтобы наши сотрудники проходили вакцинацию здесь, рядом, на своих рабочих местах, без серьезного отрыва от производства, без очередей. Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Твери 18 января. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ по телефону 122 или на портале госуслуги.ру. Без предварительной записи можно вакцинироваться в торговых центрах.